Почетный гражданин Магадана ушел из жизни 9 ноября в Санкт-Петербурге. Церемония в память о Михаиле Владимировиче состоялась 12 ноября у мемориальной доски. Глава областного центра Юрий Гришан возложил цветы к дому, где герой Советского Союза жил в годы службы на Колыме. 12 ноября на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге провели погребальную церемонию и отпевание Михаила Ашика. Герой пережил блокадную зиму в Ленинграде, нес службу в противовоздушной обороне города. В военные годы освободил Одессу, Бессарабию, Болгарию, Югославию. В 50-е годы служил в отделе контрразведки. Он получил звание Героя Советского Союза за героизм во время Эстергомского десанта. В 2020 году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Магадана» за мужество, отвагу и высокий профессионализм. Имя Михаила Ашика высечено на Поклонной горе в Москве, на обелисках в Киеве и Краснодаре.